Привет, друзья! Сегодня вашему вниманию представляю обзор селфи-палки штатива 2 в 1, который называется Sensei Y60 Selfie Stick, которую мне муж заказал на Амазоне. Она была на хорошей скидке. Вообще ее цена в районе $40. Он мне купил где-то за $19. На этой стороне у нее есть инструкция. В этой инструкции объясняется, как пользоваться ею. Значит, в этой коробке есть пульт, который соединяется через Bluetooth с телефоном. Там загорается зеленая лампочка через 3 секунды и, в общем, соединяется. Также этот штатив показывается, как он выдвигается. Выдвигается он до 1.5 метра. Выдвигаются у него ножки. Раздвигают ножки, и также выдвигается верхняя часть селфи, то есть держатель телефона, который держит горизонтально и вертикально ваш телефон. И также показывается, как менять батарейки в этом ремоуте, в этом маленьком пультике, который также показан. Итак, открываем коробку и достаем палку. Она По весу она легкая, до 350-360 грамм, не больше. Очень удобная, ощущается в руках. Также в одной из ножек находится, как я говорю, пульт. Этот пульт, он очень маленький, удобный, там находится кнопка, которая соединяется через Bluetooth с телефоном. Эта маленькая полоска, она пластмассовая, ее просто достаешь, и батарея начинает контачить. Я сейчас здесь смотрю, как вставлять, чтобы правильно вставить. Она очень маленькая, она сейчас будет падать, так как я неправильно ставила. Итак, ножки раздвигаются. Раздвигаются ножки, и сразу верхняя часть, держатель телефона, он сразу автоматически выходит. Тут я пытаюсь найти общий язык с новым трейпадом. В общем, кручу-верчу, но уже все нормально, уже все научилось. Итак, очень гибкая верхняя часть, flexible она. Нагинается вперед очень хорошо, так как это и селфи. Вот, и также раздвигается. Раздвигается она, значит, подходит для андроидов, и также она подходит для айфонов. Значит, поворачивает. Можно поворачивать в левую, в правую сторону. То есть она держит и горизонтально, и вертикально. Очень хорошо держит, у нее хороший захват. Я уже пробовала, вставляла телефон и уже ее пробовала, пробировала эту палку. Она достаточно, мне понравилась, очень удобно в применении. Но нужно смотреть, то есть еще есть время, нужно ее еще испытывать. Вот, видите, вот она хорошо, в принципе, поворачивается, ее гибкая вперед. И так, как я уже сказала, что она выдвигается выдвигается, значит, палка сама палка, она алюминиевая, не пластмассовая. Ножки у нее не пластмассовые, но из такого твердого хорошо пластмассового сделано. Верхняя часть тоже, она достаточно такая вот хорошая, тоже сделана из пластмассы. Итак, вот выдвигается палка. Сейчас я ее полностью выдвину и потом покажу вам в полный рост. Вот, друзья, я ее всю полностью выдвинула. И вот она получается вот во всю длину 1.5 метра, я думаю, плюс еще то, что сейчас вам покажу, то, что получается, она также у нее выдвигается вот держатель телефона,
Вот. Такая вот она получается, достаточно высокая. Здесь у нас, вот как я говорила, держатель телефона. Значит, выдвигается, в две стороны выдвигается. Эта часть выдвигается, вот, и эта часть выдвигается. Значит, поворачивается достаточно хорошо в одну сторону, влево и вправо поворачивается. Верхняя часть, вот как бы она такая вот покрыта, смотрится как будто бы металл, но это пластик. Вообще вот это сам держатель полностью, это пластик. И он держатель можно нагнуть вперед. Вот, нагинается достаточно flexible, гибкий. И вот назад вот настолько. Называется вот так. Сенсей. И складывается вот таким вот образом складывается. Сейчас я поставлю даже на вот эту и тихонько начнем. Вот она складывается. Складываем. Вот она сложилась. Теперь собираем ножки. Сейчас я просто одной рукой держу телефон, неудобно. Вот. Вот она. Вот она селфи-стик. Selfie-stick tripod. По длине, вот по длине, это 33 сантиметра. Вот по длине 33 сантиметра. Вот по длину. Вот это вся длина 33. Получается. Посмотрим, будем испытывать. Вот стоит. Спасибо, друзья, за просмотр. И будем испытывать, будем пользоваться. И потом еще через время скажу, расскажу, как она вообще в пользовании. Ну, в принципе, думаю, за $20, даже меньше я. Все, спасибо всем, друзья. Всего доброго. И всем пока-пока.